Ситуацию на Украине Владимир Путин обсудил накануне с канцлером Германии Ангелой Меркель. О состоявшемся телефонном разговоре сообщил Сергей Лавров на пресс-конференции после встречи со своим коллегой из Танзании. Консультации лидеров России и ФРГ прошли в так называемом нормандском формате. Москва считает, объявленная мобилизация и другие действия киевских властей подрывают мирное урегулирование в Донбассе. Любые действия, которые связаны с военными приготовлениями, не помогают ни процессу в рамках контактной группы, ни процессам в рамках нормандской четверки. Мы привлекаем к этому внимание и наших западных партнеров, и ОБСЕ, да и, собственно, самого украинского руководства. Надеюсь, что все-таки здравый смысл в Киеве возобладает, и президент Порошенко не поддастся на попытки партии войны сорвать Минские договоренности.